Всем доброго времени суток, ребята, вы на канале Jeff Games, и с вами Джаффар. И наконец-то наши ожидания подошли к концу. Ubisoft выпустил игру продолжение Ассасинов. Assassin's Creed Mirage. Я посмотрел трейлер, мне очень сильно понравился. В этот раз все будет произойти в городе Багдад. Вот. Это вот напоминает мне вот старые, да, вот наши ассасины, Восток. Мне очень сильно понравился. Игра, я сегодня еще посмотрел в Epic Games, но там говорится, что игра будет запущена очень скоро. И про цену тоже я там покопался, где-то в районе $50 будет, там 49.99, ну 50, скажем, вот так. Еще раз говорю, мы будем в этот раз играть за Басима, которого мы уже помним с Assassin's Creed Valhalla. Вот так, ребята, еще раз говорю, трейлер вышел, мне очень сильно понравился, прям жду, не дождусь, как только смогу играть эту игрушку. Да, вот. Еще будет вот продолжение, там Assassin's Creed Япония, если не ошибаюсь, и все такое. Вот. Я еще раз покопаюсь там, если найду еще подробности про Assassin's Creed Mirage, с вами поделюсь, ребята. Вот так. Всем спасибо вам за просмотр. Берегите себя. Надеюсь, ролик был для вас полезным. Всем пока. Пока, ребята. А сейчас наслаждайтесь трейлером. Увидимся. Пока.